10 лет назад обучала социальному проектированию, но 3 года я не занималась, и я снова вернулась в некоммерческий сектор. Здесь все очень интересно, и я здесь, чтобы обновить свои знания, вернуться в свое русло. Технологии не стоят на месте, методики не стоят на месте. Если 10 лет назад нас учили обучать социальному проектированию на конкретных примерах самих участников проектов, и там иногда были очень интересные результаты, потому что человек, который просто вот погружен в свой проект, он ничего не видит, и его очень сложно вывести как раз в понятийное поле. А здесь очень хорошие инструменты, когда мы именно приводим к социальному проектированию через обучение на сказках. Появилось очень много инструментов. С одной стороны, кажется, что социальное проектирование – это достаточно статичная область, и что здесь может быть нового? Нет, действительно, Марина Евгеньевна и Алла, они прекрасно подготовили материал, они прекрасные тренеры, и действительно им удалось собрать. Во-первых, у нас собрана аудитория с разным жизненным опытом, с разным профессиональным опытом, с разным уровнем знаний. И то есть я как тренер понимаю, что эта аудитория достаточно сложная для работы, но при этом команде центра «Гарант» удалось нас всех объединить, сплотить, привести всех в информационное поле и дать именно те инструменты, с которыми мы дальше пойдем уже более грамотно, более правильно